Здравствуйте. Это наш новый урок по новейским новый новогодний продукт. Мы сегодня расскажем, какие есть слова, чтобы женщина полюбила мужчину. Ну, например, есть комплимент. Они есть разные. Или можно предложить сходить на свидание в какой-нибудь кафешке. Ну, там элитные. Больше всего лучше в элитные кафешки. А что такое элитная кафешка? Элитная кафешка – это там, где очень хорошее обслуживание. Лучше выбирать очень дорогие продукты. Чем продукт дороже, тем он лучше. Чем лучше? Ну, он здоровее и полезнее будет. Вот смотрите, в яблоке есть витамин А и С. Ну хорошо, пришли в элитный кафе, дальше что? Надо. Перед тем, как пойти в кафе, надо еще себя придушить. Подушить? А? Подушить? Надушиться? Да, надушиться духами. Это кому? Мужчине или женщине тогда? И мужчине, и женщине. Потому что если если будет плохо пахнуть, они могут сразу развестись. Ну и что надо дальше женщине делать? И надо предложить. И самый неожиданный момент, только при симпатизанте, если в этом кафешке есть телек, включить телек и переключить, например, на Маргошу. Ну, когда он кончается, выключает телек и говорит ей: вы предлагаете пожениться. Кто? Мужчина предлагает? А? Кто предлагает? Мужчина или женщина? Ну, конечно, мужчина. И надо вот так сказать, ласково. Как? Выйди за меня, пожалуйста. Тогда женщина по-настоящему за вас выйдет. Даже если вы настоящий бездельник. Вы лучше не бездельничайте. Не бездельничайте. А то вас возьмут из дома. Или? Все, пока. Вы разведут. Ладно, потом.